Всем привет, меня зовут Влад А4 и добро пожаловать в новое видео. Посмотрите на это. Сегодня у нас просто нереально бешеная идея. Короче, мы хотим взять машину, разбить в ней стекла, чтобы не было ни лобовых, ни боковых, ни сзади. Короче, ничего, сесть в эту машину и поехать на автомойку. То есть мы будем сидеть такие, будет вода, будут щетки, будет это все такое. Но есть один нюанс. У нас, к сожалению, нету тачки, и нам ее нужно будет типа купить. Поэтому сейчас я вам покажу маленький фокус. Смотрите. И вуаля! У нас появляется машина, которую мы купили для этого ролика. Вот такие вот дела. И что, автообзор проведем? Короче, сейчас задача какая? Правда, на самом деле это очень сложно. Нам нужно где-то разбить стекла, чтобы никому это не мешало. И найти мойку, где нам никто не будет мешать с этой идеей. Надеюсь, у нас все получится. Поддержите лайкуши за старание, потому что, правда, это, блин, сложно. Ну и давайте смотреть ролик. Готовьте чаёху, попкорн, там, не знаю, все такое, и погнали. У нас все вообще не по плану. Почему? Мы приехали на заправку А100. Короче, есть у нас в Беларуси такая заправка. И очень рассчитывали на эту мойку, что сделаем это здесь. Потому что она такая отдаленная. Ты вставляешь карточку и моешься. Но мы понимаем, что там камеры. И у нас будет куча проблем. А мы ни в коем случае не хотим ничего не нарушать. Ни законов, ни правил. Поэтому мы сейчас немножечко, так скажем, в дерьме. Но мы обязательно из этого выберемся. И все будет круто. Но хот-доги здесь классные. Короче, ребят, хорошие новости. Сейчас я закрою это. Вот этот вот дипломат позвонил в какую-то мойку, частную мойку, которая находится примерно за городом. И, короче, договорился на моечку. И вообще, смотри, красный, мы посередине дороги. Я дико извиняюсь. Стой. Бля, что происходит? Блин. Все объезжают меня так. В автобус! Короче, я, походу, не договорил, но новость заканчивается тем, что мы нашли нужную мойку, где нам, скорее всего, поможет. Крестим пальчики. И мы еще в пробке. Саша, что-то с мотором. Серьезно? Бля. Это с коробкой. Не смейся, дебил, блядь. Мы контент не снимем, идиот. Стой. Блядь, заткнись, Кобяков. Она просто надо жить, типа? Чем? Я не работаю, блядь. Пожалуйста, заведись, сюда. О! О! Это просто чудо! Я просто на камеру, я ничего не говорил, потому что думал, что это все. Видосу конец, то есть мы уже ничего не снимаем. Просто я не знаю, почему машина работала так, как будто у нас газ нажат просто со всей силы. И мы стояли на месте, и просто она как-то сейчас это вылечилось. Я не знаю. Спасибо! Сейчас из моста выйдем. Спасибо! Короче, на секунду гляньте туда. Там идет кипиш полным ходом. Там все на часть. Все мойщики, наша машина. Там все сейчас люди просто на кипише и в шоке от того, что мы собираемся делать. Короче, совершенно случайно я сделаю маленькую рекламу, потому что ребята нас дико выручили. Мойка 24 часа экспресса называется. Просто ребята выручили, готовы нам помочь с разбитием стекол, с мойкой. Посмотрите, какой там огромнейший туннель. Короче, ребят, у нас вообще все получается, как всегда. Погнали, чувак. Лепите лайкушу за везение. Будет больше роликов, просто... Ну что, ты готов? Да. Сколько процентов? На сколько? Вот реально, вот сейчас на соточку. Я так расстроился, я думал, у нас не получится ролик, а сейчас... Первое стекло разбить мы доверили хозяину этой мойки. Ну что, готовы? Да. Раз, два, три. Хуя. Ну почти, пацаны, давайте еще чуть-чуть. Оно как будто сейчас рассыпет. Ты что, Ридик? Короче, у нас для этого есть такие специальные очки. Я тебя понял, братан. Вот такие, но... Ну это профессионально. Да. Что, я протру глазки, чтобы вы видите это получше. Почти. Давайте, пацаны, поднажмите. О, пошло. Давай, мочи. О, хорош!
И монстр просто. Чуваки, как вы видите, это полный трешак, что у нас получается. Вообще все идеально. Также, ребята, у нас есть небольшой бонус. У нас есть две GoPro-шки, которые мы возьмем с собой в машину, и вы увидите прям все. Как это называется? Полное погружение. 5D? 17D. 2D. Йоу, ребят, пока наша машина пылесосится от стекла, я вам хочу кое о чем рассказать. А именно о приложении Like. Это приложение, в котором можно создавать разные креативные музыкальные ролики при помощи своего смартфона. А что самое интересное, у Like сейчас идет конкурс «Месяц со звездами». И сейчас месяц Егора Крида. Егор Крид Челлендж. В этом конкурсе можно выиграть, внимание, 1 000 000 рублей. Понимаете, просто... сняв какое-то видео. Я, кстати, тоже участвую в этом челлендже, и вот так выглядит мой ролик. Внимание на экран. Ну, как-то так. Думаешь, что сможешь лучше? Попробуй. Качай приложение, участвуй в конкурсе, и, возможно, этот 1 000 000 рублей выиграешь именно ты. В общем, все. Ну, а мы продолжим. Короче, настал момент истины. Все, ради чего мы здесь сегодня. Держи. Ну что, Владос, все готово? Да. Пристегиваться надо? Не надо. Окей. Нормально, все хорошо. Это просто какой-то трэш, вам не передать просто. Это как будто под водопад попал. Там все светится, горит. Сейчас очень холодно, смотрите, мурашки пошли. Ребята, дико трясет, так холодно. Как холодно. Так, проверка водонепроницаемости Apple Watch. Все работает. Как тебе это было со стороны? Это было шикарно. Так холодно. Короче, ребят, это было просто адово круто. Прям я постоянно буду повторять, что я обожаю свою жизнь. Блогинг это весело, это движухи и все такое. Короче, ребят, есть один нюанс. Там в автомойке была химия, нам сейчас нужно обдаться. Вы, кстати, это сейчас увидите. Я думаю, это будет очень смешно. Ну и попрощаюсь я с вами чуточку попозже. И еще. Что с тачкой будем делать? Она же разбита. Тачку? Сейчас, да. Сейчас я расскажу, что с тачкой. Я кое-что придумал очень круто. Че? Это босс, который нас дичайше выручил, и поэтому... А вы заняты?
Мы очень вам дико благодарны за то, что вы нас выручили. И в качестве такой благодарности, я думаю, вы знаете, что сделать с этой машиной. Мы вам просто ее отдаем. Спасибо большое, спасибо. Мой первый автомобиль подаренный. Кстати, да. Первая тачка, которая... Первая тачка подарили. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Приезжайте, мы рады будем вам помочь. А сейчас нас обдадут с Керхера. Погнали. Ребята, я уже у себя дома и капец, я до сих пор под впечатлением от того, что произошло. Обязательно, обязательно ставьте лайкушу за старание и оцените этот ролик от 1 до 10 в комментах. Надеюсь, вам понравилось, и если вы смотрите этот момент, то вы самые лучшие, крутые просто подписчики на планете. Я очень рад, что вы у меня есть и все такое. В общем, ребят, скоро будет много крутых роликов, много движух, и вообще мы просто взорвем этот YouTube нахер. В общем, ребят, еще раз спасибо. С вами был я, Влад Бумажный А4. Всем пока.